Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Всем доброе утро. А я иду по пустому пешеходному переходу, как звезда в каком-то голливудском кино. Не знаю, что-то захотелось так подурачиться, давно я этого не делала. Извините. Такая у меня работа. Ходить по пустым переходным переходам. Переходный переход. Пешеходный переход. Господи, все, маразм крепчает. И что включилось-то? У нас снег выпал. Я сегодня утром выхожу. И почему меня особенно обрадовал этот снег? Потому что на дворе пятница. Да. На дворе пятница, в моей голове несуразная несуразица. Ну что-то сегодня настроение хорошее. Сегодня настроение хорошее. Меня всегда, когда отправляют относить документы в другое здание, я иду по улице, словно чумачечи, и всегда так радуюсь, что не в офисе сидеть, что меня выпустили на воздух. Ура! Короче, несу я документики, и пришло время немножко приоткрыть завесу тайны. Я работаю практически на территории нашего аэропорта Кольцова. Так вот, теперь я очень близка с авиацией. Ну как близка? Очень близка. Из последних новостей, что хорошего? Сдала ПЦРку. ПЦРку сдала, она отрицательная, все ништяк. Все хорошо, я здорова. Планирую идти на ревакцинацию. Планирую идти на ревакцинацию, но пока не знаю где. То ли на работе сделать, если это возможно. Кстати, надо в медслужбу сейчас бегать, уточнить этот момент. Либо поехать в универ привиться, потому что в универе у нас тоже будет 29 числа вакцинация. Вот. В такие моменты очень хочется перефразировать легендарного Филиппа Бедросовича. Почему так жесток снег, превращается он в говно жидкое. И не менее легендарного Тиму Белорусских. Иду в мокрых кроссах к тебе, где бы я ни был. Прям я сегодня поэтически настроенная личность. В том, где я работаю, я пока завесу тайны-то до конца вам не открою. Ну, кто знает, тот знает. Почему? Потому что у меня еще испытательный срок. Хвалить меня, конечно, пока не хвалят, но и с саными тряпками не гонят, как говорится. Поэтому не знаю. Надеюсь, что проработаю до предела своих возможностей. Я на самом деле дико рада, что моя работа связана с Кольцовым. Потому что для меня аэропорт — это нечто особенное. Это всегда самые лучшие приятные ассоциации с отпуском, с отдыхом. Я вообще обожаю самолеты. Я когда вижу самолет, я вспоминаю свою первую поездку в Турцию, свою незабываемую поездку в Таиланд. Это вообще-то самые яркие впечатления в моей жизни были, связанные с морем, с отпуском, особенно Таиланд. Это вообще была какая-то сказка в моей жизни. И вот, представляете, работать в том месте, которое у тебя ассоциируется исключительно с положительными эмоциями. Это только мечтать можно, чтобы твоя работа ассоциировалась у тебя с отпуском. Это крайне приятно. Я когда вижу самолеты, у меня сразу так тепло на душе. Я сразу представляю, что я куда-то сейчас полечу, и мне будет так хорошо-хорошо. Вот. Крайняя степень шизофрении начинает обостряться, ребята. Осеннее обострение, хотя осень уже нахер закончилась. Я в последнее время еще ловлю себя на мысли, что я обожаю наблюдать за реакцией людей, которые видят, как я сама себя снимаю. То есть тихая шифером шурша, крыша едет не спеша, наверное, люди думают. А я иду тихо, сам с собой веду беседу. Ну ладно. Ну это очаровательное зрелище, видеть вот эти томные глаза, наблюдающие за тобой. Чем вы думаете, занимаются девочки, когда собираются вместе? Смотрят бригаду. Саша Белый, привет. Но моя любовь — это космос. Добыть в точке Б. Сик еще успею купить, буду вовремя без В. Темп умерен,
подойди мне сосвататься. Ответочка вам. Давай народный танец, Илона. Чисто, блядь, что за кринж на лице написано? Еще у нас тут небольшие изменения. У нас тут небольшая перестановка. Как вы можете заметить, у нас появилась кровать. Кровать уже кое-кто оккупировал, и что-то на ней тут жрет. Что-то на ней тут жрет. Паразитка. Кровать взяли обычную в Икее. Нам еще нужно сюда прикроватную тумбочку, столик. Стеллаж хочу сюда. И вместо дивана поставить кресло, как я уже рассказывала. Вот. Но вишня кровати очень довольна. Если вишня довольна, это самое главное. И уже все про него знают. Наши сокровища. Надо Данил книжки, вон, прибери, там что-то это. Хаос какой-то. Надя, как всегда. Поэтому вот такие не самые кардинальные изменения в нашей жизни происходят. Меня до сих пор радует, что ПЦРочка у меня отрицательная. Надо идти на ревакцинацию, как я уже говорила. Но в целом вот, ничего новенького. Всех целую, обнимаю, всем пока.